Итак, чтобы купить подшипники, нужно знать всего одну вещь – заветную фразу для Гугла. Запомните это сочетание символов. Промышленные подшипники 608. 608 – это самое важное. Рядом еще могут идти буквы типа ZZ. Это тип пыльника. А многие думают, что чем дороже подшипник, тем он лучше. Но АБК-1 восхитительный. Да, со временем у них появляется люфт, но вы сможете ездить спокойно по любому покрытию и даже плавать на роликах, что очень актуально для Питера. Если кто-то когда-нибудь попытается обмануть вас, говоря о том, что он знает хорошие подшипники, не верьте ему. Это все маркетинговые уловки. Исключением являются подшипники Wikt. У них очень удобная упаковка, и там можно хранить запасной комплект. А теперь, почему подшипники нельзя мыть? Это не экологично, для этого нужен растворитель. Ни в коем случае не промывайте подшипники. Это очень неприятно и очень глупо. К тому же, они все равно теряют свой ресурс, и даже самые дорогие просто развалятся. Легче просто раскатать или поставить новый комплект. АБК-1. АБК-1 не 1000 баксов, дешевый сердитый стайл. Взял 1000 по гривне, катай до смерти свой фристайл. Переплачивать за АБК-9 это сумасшествие. Промышленный подшипник, только зелень может быть полезней.